привет. Я приехала в Ашан, сейчас покажу, где я покупаю средства. У меня как раз есть и Ашан, и ларек с японскими, ну, азиатскими всякими моющими средствами. Вот в Ашане всегда разбросаны, они не лежат в одном месте, и, как правило, их где-то прячут. Вот, допустим, стоит японский гель для мытья посуды, а внизу стоит другого оттенка. Как правило, основные полки заставлены тем, что много и всегда продается. А вот эта Япония, она всегда таких в скромных местах высматривать. Они, как правило, не на средних полках, а где-нибудь внизу, в незаметных местах. Но часто бывает очень много. Вот эти салфетки японские, антижир. Ну, вообще никакие. В принципе, я люблю в Ашане покупать именно японские средства, потому что здесь они дешевле. Я вот сейчас покажу, тут же рядом у нас есть ларек. Ашан — это всегда дешевле в разы. Основная полка с препаратами, с разными. И опускаясь вниз, вот сюда, совсем вниз, вот, пожалуйста, стоят японские. Плесени. Это для ванны. Их не видно, они в самом низу. В Ашане всегда удобно. Вот, допустим, сегодня 219, через какой-то, допустим, день может быть гораздо дешевле. Они часто делают на них скидки. Также вот тряпочки, и в самом низу лежат японские тряпочки с серебром. Их было два вида недавно. Одни были розовые, другие вот такие голубые. Розовые почему-то сразу разобрали. Японские салфетки для уборки ванных комнат с серебром. Дальше салфетки для тоже для уборки туалета, конкретно унитаза, с серебром. Причем вот если так смотреть, то их вообще не видно. И обязательно это всегда нижняя полка, не средняя. Есть перчатки японские, но они всегда почему-то эмки. Эльки никогда не бывают. Опять вниз. И опять средства для мытья посуды. Азиатские, они будут стоять внизу. Также порошки. Вот. Корейцы, японцы. И внизу корейцы. В этом магазине разбирают. Здесь любят японские препараты, и они часто меняются. Вот, а так можно купить за 550 рублей. Ну и основная полка — персилы, орели, луски-ласки. А корейцы будут вот здесь, внизу, вот здесь будут стоять. Вся полка, вот так получается, знаменитые бренды. А японцы будут уходить вот сюда. Ну и вот порошок сегодня 180-190 рублей. Даже по цене получается дешевле, но он какой-то дуо стоит 250 рублей. И этот 190 рублей. Там обычный будет порошок. Вот этот дуо, а этот будет концентрированный. И вот здесь всякие тараканы, муравьи для сада, для огорода, прикормки. И вот стоит нашатырный спирт 89 рублей. Литр ивановский. Мне он больше нравится, чем из Фикспрайса. Он меньше пахнет. Вот Ашан. И тут же вот магазины, которые сопутствующие, идут у нас. И здесь у нас вот такие разные. Вот здесь в камчатской икре я покупаю омегу. Вот она, омега, 500 рублей упаковка. Здесь есть детская и взрослая. И вот идет такой ларек. Ларек. Здесь все японское. От тряпочек до косметика. Не попадите. И вот здесь вот все мылки, какими я пользуюсь. Здесь что, удобно? Можно прийти почитать все и не купить. Потрогать. Здесь же порошки. Здесь же средства для унитаза. Ну и все, всякое разное. Салфетки, отбеливатели, все отмывалки. Большой ассортимент. Вот это все химия. Ну и вот стирка, уборка. Поэтому я покупаю вот так, когда можно потрогать, пощупать. Вот всякие тряпочки здесь с серебром. Вот здесь есть эльки. Если в Ашане там эмки только, то здесь эльки есть. У меня всегда есть доступ, ну, по крайней мере, в моем магазине. Это всегда можно купить, когда что-то нужно. Порошки я покупаю вот в этом магазине. Это сеть магазина «Твой дом». Он находится только в Москве, Московской области, и в Воронеже есть.
Но вот здесь всегда есть мой порошок нескольких сортов. Кстати, вот эта другая фирма, та же тайландская, точно такие же порошки получаются по качеству. Здесь литр, здесь 900 миллилитров. И вот они всегда есть в продаже. Черные, цветные, зелененькие. Это вот Таиланд. Прошлой неделе 800, на этой неделе 600. Часто бывают скидки. Пожалуйста, деликатный атак для деликатной стирки. И вот которым пользуюсь я для шерсти. Один раз покупаешь флакончик, а потом можно сменный блок. Он стоит дешевле. И просто заливать в этот флакон. Здесь всегда много нового. Это вот получается для цветного белья. Новые фирмы появляются. Ну и вот эти раскрученные атак там. Для белого есть, для черного есть. Сразу с коллагеном быть хорошо смягчителем. А потому что новое всегда дешевле будет по цене, чем предыдущий, допустим, раскрученный уже вот атак. Вариации на тему японский кондиционер море. В основном всегда берут порошки, а кондиционеры здесь можно брать. Но они и без кондиционеров хорошо стирают. Вот, пожалуйста, сегодня тоже скидка. Корейцы сегодня, на корейцев скидка. Ну, это получается по скидке. Продают 500 рублей большой порошок-концентрат 3 килограмма, бесфосфатный. Это новая фирма, тоже скидка. Порошок, который я брала. Здесь всегда есть японское мыло от Essence, пятновыводитель. Мало где можно встретить, но здесь он есть. Водный спрей для атак. Вот мой пятновыводитель, который я беру за 600. Сода с перекисью. Пятновыводитель для белья, кислородный большой. Средство для мытья посуды разных вариаций в Японии. Так, сверху донизу. Для душа, шампуни. И все средства для уборки. Кухни, ванны, плесень. Но не расстраиваться, потому что особо шедевров здесь нету. Ну что, всем пока. До новых видео.